Погода замечательная. А нет, днем. Ходи, гуляй. Да стасовый такая. Каштаны, каштаны, каштаны. Ну что, поехали кататься. Собор прославился высотой, книги рекордов.
побывали в Финляндии, буквально вырубали скал. Так ведутся работы, и сработали крепостные мастера. Заготовки доставляли по ними баржами, а здесь по площади будут просто перекатывать с места на место. Вот это вот вручную выполняется шлифовка. И самое интересное событие – установка первой колонны. Посмотрите, на площади толпы людей, обычные строительные леса. Установка колонны заняла всего 45 минут. Вот это настоящий триумф инженера. Нам сделали компьютерную презентацию, мы сейчас с вами подойдем к монитору, посмотрим вот установку колонны. Потому что Монферран предложил очень талантливую идею, но идею через колонну. Колонны стоят без опоры. Вот посмотрите, все варьи, я спрашиваю, колонны уже готовы к своему месту. Колонны заняли. Соблюден масштаб, сделаны все вычисления. Искусство резьбы высочайшее. Материалы. Я сразу хочу обратить внимание, сколько собрал все камни собора. Вот все, что есть в облицовке, в мраморе, фактуре, и все это. Собор – это вся его. А недавно мы даже отметили большой дворец. У нас 225 лет заняли. И честно, как мастер началась Первая мировая война, мастерскую закрывают, прекращается финансирование. И вот эти иконы панно стояли в мастерской много лет. А вот в советское время вышло распоряжение передать музей на хранение пряни. Массовое целопещение кремлян будут так замечательно. Композиция вечной гибли, смотреть гравировку, подробности, да? Какой богатый исторический уровень. А вот сейчас мы с вами оказываемся в Петербурге, под руководством Лавка. Как пройти на службу, как перейти главное, вас просто начинается, вам все оценивается. Но большие праздники торжества служат главному тарену, это особые праздники. Что хочу еще раз напомнить, при всем богатом украсном собора самое главное. Я уже немножечко рассказала про малахиты, здесь 10 малахитовых колонн, с этим рисунком для зерна. А вот он с ними сами, а он с ними гостям всегда показываю медный всадник. Это символ города. Его никуда не вывозили, он даже не покинул своего пьедестала. Делается инженерная конструкция, его засыпает землей. В него не попал ни один.